Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Сегодня тема у нас будет, ребята, об амуниции. В предыдущем ролике вы все видели, как я устраивал фотосессию с такими хорошими, вот в частности, была представлена вот такая вот шлеечка, да, шлеечка. Я не специалист по ездовому спорту, но вот эта вот шлеечка, насколько я понимаю, ездовая. И вот такой мягкий ошейник. Вот такой мягкий ошейник. И откуда взялись у меня подобная амуниция? Откуда у меня взялась? Я вот сейчас вот многие скажут, вот реклама, короче, пошла. А я вам скажу, знаете, да, ребята, реклама, но не вот. А именно вот реклама какая пошла, потому что качественную амуницию, тем более, которая шьется на заказ, ну, достаточно тяжело найти. И вот зоомагазины, они не балуют нас разнообразием всевозможным именно качественной, хорошей амуниции. И та, которая шьется, знаете, вот с чувством любви, скажем так, к животному. Почему я... решил вам рассказать об этой амуниции. У меня есть очень хороший друг, зовут друга Катя, проживает она в городе Астрахани. Мы давным-давно с ней знакомы. И вот она сейчас занимается пошивом, скажем так, именно амуниции для собак. Она, еще раз я повторюсь, это очень старый, хороший мой друг, который занимается вот именно с любовью к животным. И если вы обратите внимание, вот шлеечка, да, вот возьмем эту шлеечку, то внутренняя часть этой шлеечки, она выполнена из флиса, то есть она даже такие вот мелкие вещи учитывает, ну, с учетом того, что там прослоечка стоит, что она мягкая, и когда собака будет тянуть, то есть достаточно легко, хорошо, уютно, никакого давления на ремни не будет, то есть ремнями, когда, ну, из ремней чисто сшиты, все равно неудобно, вы сами понимаете, что это будет как бы врезаться в кожу, да? Здесь подобная шлейка, значит, ничего подобного с этим происходить не будет. А потом вы можете быть уверены в том, что качество исполнения, то есть нитки подобраны какие, значит, фурнитура, то есть вот посмотрите, в полукольца, да, они как бы сварные, то есть внутри шва нету, и вы будете уверены в том, что в нужный момент кольцо ваше не разожмется. То есть вот эти вот все замочки, это все тщательно подобрано, отобрано. И поверьте мне, вот такая вот амуниция прослужит вам достаточно долго, и тем более, что она будет шита индивидуально на заказ для вашего животного. То есть, что я вообще начал-то, собственно говоря? Смотрите, значит, у Катюшки есть группа ВКонтакте под одноименным названием, то есть Easy Pets. То есть вот везде, видите, вот на ремне вот такие вот. Причем даже ремень, посмотрите, даже с ручкой, с мягкой такой, для того, чтобы вам было удобно. Вот как вы думаете, вот такой вот ремень, если собака побежит, где-то потеряется, вы, естественно, его найдете вот даже по цвету. То есть цвет можно даже выбрать. Значит, есть вот группа у нее под одноименным названием. Ссылочку вы увидите, значит, как бы в описании к ролику, и здесь внизу сейчас вы ссылочку увидите, где вы можете заказать. Но это только малая часть того, что представлено у нее там ВКонтакте в группе. То есть я бы советовал вам обратить внимание на такие вещи. Мой канал в основном, значит, смотрят как бы люди начинающие, и для начинающих людей, которые именно психологическими способами, например, не могут научить собаку там, например, ходить рядом, да? То есть тоже индивидуальный подход нужен, собачки все индивидуальные и так далее. Мы можем, кроме зоопсихологии, зоопсихологическими, скажем так, методами, можем научить собаку ходить при помощи амуниции. Ну, я об этом неоднократно рассказывал, да? Можно использовать ринговки какие-то, можно использовать недоустки. Кто не знает, что это такое, пожалуйста, зайдите, у меня есть специальный урок по недоускам.
Также у нее представлены специальные такие длинные, там 12-10-метровые поводочки с завязанными узелками для того, чтобы учить собаку, например, выполнению команды ко мне, да, когда она бегает. И этот поводок будет не лента, а именно веревочка такая, которая не будет где-то мараться, по лужам у вас там ее постирать не будет никаких, то есть, проблем. То есть, еще раз хочу сказать, ребята, если вы хотите видеть у себя на своем животном хорошую качественную амуницию, пожалуйста, сходите по ссылочке, не пожалеете, потому что как бы и цены демократические, демократичные, то есть небольшие, потому что человек только начинает, развивает свое как бы творчество. И поэтому цены не задирает. Потом шьется все это индивидуально, то есть прежде чем что-то заказать у нее, вы связываетесь с ней, говорите для какой собаки. Она просит вас провести какие-то размеры определенные, то есть замеры определенные, да, то есть там, например, объем шеи, там, объем груди, да, там сантиметром вам придется померить. Но зато вы точно будете знать, что купленная вами амуниция будет на 100% подходить к вашей собаке. А тем более, насколько я понимаю, что в ездовом спорте шлейки шьются только индивидуально, да, и вы будете получать именно тот продукт того качества, который вы хотите. То есть и фурнитура будет хорошая, и исполнение будет качественное, хорошее. Так что всем рекомендую. Кто заинтересовался, идите по ссылочке. Канал «Я и мой хвост» вам никогда еще не рекомендовал какие-то плохие продукты. А этот продукт я просто гарантирую, потому что я этого человека очень хорошо давно знаю. И рекомендую. Поэтому в магазинах вы не найдете такую амуницию. Найдете только у ВКонтакте, то есть у моего друга Кати. Поэтому всех просим. Итак, друзья, заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. Относитесь с душой и с любовью к своим животным, как делает это Екатерина, и тогда все будет хорошо. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Спасибо.